Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем играть в растения против зомби. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы запаслись вкусняшками, потому что сегодня будет здорово, мы с тобой будем растить... Сейчас я покажу дерево, обязательно будем растить, потому что я сейчас только что подфармил. В общем, всем приятного просмотра, приятного аппетита, братишки. Я капец как сейчас жду вот этого. Я сейчас уже заранее зашел, поиграл где-то 5 или 6 раз в мини-игру под названием «Последний живой». Вот, видите, да, курсором, где это, вот это, там большие орехи. В общем, подфармил немножечко денежек, я не стал как-то, знаешь, взламывать игрушку, там, ну, мне потому что не хочется. Я вот помню, я в Skyrim играл, взломал там, перки взломал, в общем, там, дофига денег, и все, у меня сразу отбилось желание играть. Вот так, на самом деле, всегда, друзья, поэтому мы с тобой... противозаконно ли, нет, фармить. Ну, в общем, подфармили мы с тобой денежек. Сейчас я тебе покажу, сколько мы с тобой подфармили. Так, где у нас магазин? В общем, у меня сейчас 66 тысяч. Вот. Надеюсь, нам хватит хоть на один код от дерева. То есть мы сейчас будем с тобой растить вот это вот дерево. Деревце. В общем, ты понял. Вот, я в предыдущей серии вам сказал про мини-игры. Типа, мы скоро будем секретные проходить. Сегодня, к сожалению, не будет, потому что, блин, я... Серьезно, это оказывается сложновастенько. Да, открыть секретные мини-игры. Что-то я... У меня не получилось. Ну ладно, я подробнее все это посмотрю. Просто, видите, каждый день выпускаю по серии, поэтому сейчас время поджимает. И поэтому, ну, сегодня мы с тобой... Поиграем обязательно выживание, не как вчера, потому что вчера это капец было, я просто сидел на нервах и думаю, та-та-та-та-та-та, и орал, и чисто просто-напросто орал, наверное, вам не особо понравилось, потому что, ну, такое себе, хоть и зомбос был, да, было прикольно, может, даже в приключения сходим, и в пазлы, друзья, да, я зомби, я хочу поиграть очень сильно, и в азобой, так что, друзья, приготовьтесь, Садзен будет, и, конечно же, мы с тобой будем сейчас подкармливать растения. Так, ну что же, погнали, всем приятного просмотра, приятного аппетита еще раз, где вы сейчас бы не сидели, даже там мне пишут, я сижу на туалете, ты живешь, блин, братишка, быстро уходи оттуда и тащи всякие вкусняшки. Все, начинаем, друзья, поливать потихонечку. Вчера было Е3. Е3, и сегодня, по идее, Е3 будут показывать игрушки. Блин, я просто офигел, друзья, от Киберпанк 2077, просто мурашки. Вы видели трейлер? Вот сейчас, стой, чтобы не проспойлерить, так, поставь на паузу это видео и введи на Ютубе Киберпанк 2077, трейлер Е3. Посмотри, сейчас ставь на паузу. Все, посмотрел? Или тебе все равно? В общем, там Нео, пожилой Нео, черт возьми, ну или Джон Уик, как я не знаю, как вы привыкли. В общем, он не стареет, серьезно, он просто не стареет. У него вообще никаких морщин, как он так сохраняется, серьезно, как будто вот бессмертный. Так, давай потихоньку, и я посмотрел, у меня аж мурашки, друзья, столько новых различных... Так, отлично, уже 68 тысяч, блин, друзья, мне кажется, мы сегодня деревце хорошее получим. Как вы думаете, кто здесь? Так. Про себя говорите. Мне кажется, это будет... Так, могила Ед был... Мне кажется, обычный горох. Вот почему-то у меня есть чувство, что это обычный горох. Я не знаю, что вы там... Может, тыковы вы написали или что-нибудь еще. Так, мне очень интересно, что же там будет. Так, давай потихоньку с тобой поливаем другие растеница. Кстати, вот растения мы с тобой и выбиваем как раз в этом... Сейчас. Магазин. В этой мини-игре. Вот, какие там... Кабачок, а я сказал тыква! Бедный кабачок, серьезно, если бы он был в реальности, он бы мне уже двинул. Я сказал горох обычный, почти угадал, офигеть, я Ванга, офигеть просто. Так, ветродуй, и еще один ветродуй. Блин, сегодня мы с тобой все потратим. Сегодня мы будем гулять. Так,
Ну чё, ну и в принципе все. Сейчас мы с тобой просто продаем вот эти растения. Посмотри уже, 87 тысяч товаров, 95 тысяч, офигеть, просто офигеть, чё мы творим, друзья, чё мы творим. Сейчас дерево будет нам давать всякие различные советы, надеюсь, очень хорошие будет давать. Так, погоди, погоди, что я на... какие еще на Е3-то, блин, игрушки-то хорошие такие были? Блин, которые вот мне запомнились. Новая также консоль будет от Xbox. Вот, друзья, напишите, если у вас есть современная консоль, у вас какая вот, Xbox или PlayStation 4? У меня, кстати, Xbox... У меня нет, у меня есть Xbox 360, вот, но он как бы прошитый, вот. Он для этого мне и нужен был, притом, ну, как бы для летсплейщика это отлично, отличный вариант, потому что, ребята, мы с тобой, возможно, скоро будем... Вот Юля, у меня вот девушка, мы с ней, в общем, будем... В общем, с ней будем проходить, скорее всего, в кооперативе даже вот растения против зомби. Так что жди, жди, браток. Представляешь, в кооперативе можно играть, и при том там тоже HD-версия, как вот на андроиде или, ну, на смартфонах. Так, короче, 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 короче. Сейчас, выживание, пазлы, мини-игры. Так, куда же нам... Нет, 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 давай лучше... Подрастим. Так, 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 где у нас эта штуковина? Все, сейчас чисто спускаем все деньги на это. Пожалуйста, хоть бы у меня все вот получилось. Так, так. Все? В смысле, блин? В смысле, а? 10, а, наверное, ну сейчас мы, я понял. Так, ну давай, начинаем, начинаем, друзья. Вы надеетесь найти водные растения для вашего сада дзен? Попробуйте поискать их на уровнях с бассейном. Во как. Этот мы совет знаем. По идее, давай дальше. Вы заметили, что Гаргантюа иногда использует других зомби, чтобы крушить ваши растения. Надеюсь, это поможет. Использует других зомби? Ну, то есть, сзади у него маленький вот зомбенок, и он его кидает, по сути, вот чего. Так, улитка любит шоколад, может быть, даже слишком любит, понимаете? Она не скоро успокоится, если дать ей шоколад, но она собирает монетки с нашего сада. Это я не знаю, какой сад должен быть, чтобы прям покупать. Я и сам могу эти монетки пособирать, в чем проблема? Это что-то супер ленивым надо быть такой, смотреть на экран и не знаю, на кой фиг. У меня отростки чешутся. О, это самый лучший совет, я тебе скажу. Да, держи тебя, еще посыпаем. Вы думаете, играя в бесконечное выживание, можно получить только водные растения? Подумайте еще, там можно получить любые. Ух ты! Вот это здорово, давай дальше. Все, оно подросло. Часто задают вопрос, где найти шоколад? Надо спрашивать так, где не найти шоколад? Он появляется в каждом игровом режиме. Шоколад? Могила еды, да? Берите их. Только когда видите могилу справа. Я всегда так делаю. Я слышала, что в зомби с ведром нужно попасть 5 раз больше, чем в обычного зомби. А, ну вот это вот, ну это как бы так интересно. Я слышала, что если набрать мустейдж, то это приведет к ужасающим последствиям для зомби. Блин, усы, да, код у нас наконец-то есть, но это все работает. Там есть такой секретный код, который вот именно активируется, когда только растение скажет. Несколько морозных горохов в ряд замедляют зомби больше, чем один. Грустный, но правдивый ответ неа. О! В смысле? В смысле? Я всю жизнь думал... Вы не встречали мою кузину Игдра? Так, вы знаете, что зомби вылазят из могил, так? Так что вам мешает использовать могилоед? Да все, это, блин... О, все, можно, можно еще покупать, 10 максимум. Так, покупаем, 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 покупаем. Блин, это капец интересно. Все продано. Так, давай, давай, дай мне мудрый совет, пожалуйста, дай про кодик. Если вы хотите узнать, сколько будет длиться уровень, посчитайте флаги на шкале уровня, это вас успокоит. Так, что дальше? Очиститель крыши, классическая вещь, его нельзя недооценивать. И что же он делает? Он поможет вам избавиться от зомби-попрыгунов. Так, дальше что?
И если зомби-танцор съест гипногрипп, то он вызовет зомби-поди... Блин, да, это очень здорово, да, это я понимаю. Ой, блин, сколько... Делайте деньги быстрее, играя в бесконечном выживании. Потом пришлите мне ваш номер... Мне ваш банковский номер. Думаете, пень-факир разморозит ледяные горошины? Вы правы, потому что вы, мой друг, очень умный. Это я знаю, да, этот совет... Такое чувство, что мы, знаешь, какую-то такую... фейково зарабатывающую ферму играем, что ли? Потому что есть... После внимательно изучения я сделал вывод, что Земля вращается вокруг Солнца. Потому что я помню какие-то такие, знаешь, фейковые сайты. Мошенники, чисто мошенники вымогают деньги. Так что, братишка, ты это, осторожнее. Предупреждаю, видишь тебя. Как бы... Да блин, да сколько их там растет! Эти ненавистные зомби из зомботаники, кем они себя возомнили, стреляя в ваши растения, стена ореха остановит их. Ну что это за совет такой, блин? Я это... Мини-игры, прыг, вечеринки, удачи вообще очень-очень-очень сложные. Хотите, чтобы его полегче, используйте кабачок. А-а-а. Во, наконец-то начали расти. Острые перцы многое умеют. Дерево мудрости говорит вам, что они могут уничтожить ледяные следы от катков. Бах. Вот это! Короче, братишки, спасибо вам огромное за совет. Мы с тобой проходили мини-игру бобслей, вот зомби, да? И там были вот эти вот ледяные следы, или как вот они накатанные-то, эти штуки. В общем, оказывается, я слышу, что если набрать... О, смотри, она... Почему она... Говорит мне этот совет. Я как бы не кормлю тебя сейчас, погоди. Давай дальше. Когда купите имитатор, попробуйте нажать маленький рисунок в верхнем левом углу. Угу. Кстати, да! Друзья, в альманах надо будет зайти. Но мы зайдем, наверное, уже в следующей серии, чтобы было что, знаешь, показывать. Потому что мы из этой игры... А, ну это понятно. Мы из этой игры все выжимаем. Серьезно, мы из первой части все выживаем, чтобы мы вообще смогли... Вот все, где-то я уже видел это облако. Да, это я понял, прикол, что там это зациклено все это. Это я понимаю. Все продано, хорошо. Еще 10. Я очень ценю, что вы тратите деньги на еду для меня. О, спасибо. Друзья, я тоже очень ценю, что вы тратите еду тоже для меня, получается. Потому что вы кушаете под мое видео, я тоже это ценю, что вы именно под мое видео кушаете. А лайкосики я тоже ценю и комментарии. Спасибо, братишки. Спасибо вам, серьезно. Так. Не стучите по стеклу, делайте так. Жмите правой кнопкой на аквариумном саду или во время игры с зомбо-аквариум, чтобы оглушить водных... ваших подводных санданий. О-ка. Их можно оглушать, что ли? Погоди, чего? Когда я был еще желудем, мой дед говорил: «Сынок, позвуй, с вазами будет намного легче, если сначала разобьешь вазы с правой стороны». Кстати, ну, это логично. Это я так всегда делал. О, смотри, какое большое! Танцоры в «Я зомби» обходятся очень дорого, но в правильной ситуации не будут стоить ни гроша. О, хорошо. Опа! У меня был сон, в нем... Кошка-мыши стреляли в шарики, и зомби попадали на землю. К чему бы это? Да, я понял, что это здорово. Водные растения в вашем саду дзен не вырастут без водного. Это мы знаем. Зомби-землекопы нарушают природную гармонию. Смотри, какой большой. Каждый день приносит новые состязания и возможности. Ну и новые золотые ромашки в магазине Безумного Дэйва. Смотри, какой прям грибной сад. Ха, и для чего он вообще? Не для чего, только для выращивания грибов. Сейчас оно вырастет. Вау, какой большой. Устали, подавлены, лестницы на высоких орехах расстраивают вас. Быстрый магнитогриб поднимет вам настроение. Смотри, как красиво. Высота высокого ореха имеет большое значение при борьбе. Вот, ну давай, еще обязательно. Блин, там аквариум для твоих водных растений. А там, интересно, будут зомби? Блин, я бы хотел. Все, тратим. Ой, блин, все чешется. Блин, ребят, что-то чешется все. Сейчас, знаешь, дофига стало пуха. А у меня уже... У меня денег не хватает, братишки, закончились деньги. Блин, сейчас пух, вообще дофига пуха заметил. Блин, вот кайф просто поджигать. Я на ютубе посмотрел, как поджигает пух. Там только маленькие шкутники. Да я тоже так делал. Прикольно же. А взрывная сила вишневой бомбы. Ну, осторожнее это делайте. Осторожнее это дело, предупреждаю сразу, но вообще не советую.
так что, ну, сам знаешь, YouTube, он как бы... Вот, сразу заранее предупреждаю, чтобы ко мне претензий не было, а то YouTube может а-та-та. Смотри, какой он здоровенный стал! Не стоит скармливать весь шоколад улитке, ведь она такая сладкоежка. Помните, растения в саду дзен тоже любят шоколад. А что там растет? Пень-факир помогает сжигать врагов, но зомби на катке проволочной сетки... Так, сдерживают огонь, во как. А где кот-то? Если вы надеетесь на улучшение растений, выживание бесконечно, будьте осторожны. Чем дольше вы находитесь на лужайке, тем дороже они становятся. Опа, вот это интересно. Зомбятов я, зомби выглядят слабыми, но они быстрые и могут помочь вам забрать последние мозги. Знаю. Если вы наберете трикет аут, не удивляйтесь, если увидите, что странно на вашей лужайке. Наконец-то, наконец-то, наконец-то! Трикет аут. Спасибо, что покормили меня. Сейчас у меня нет советов, но они... В смысле? А-а-а. Так, вводим код. Наконец-то. Так, что-то у меня завелось. Блин, интересно, да, что там завелось? Ну, давай попробуем. Так, выживание, давай, давай в приключения зайдем. Давай один раз приключения сейчас посмотрим. Что там будет? А что необычного, простите? Ну, давай вот так вот сделаем. А что необычного? То, что... Блин, мне интересно, а что случилось-то? Потому что сейчас ничего необычного не происходит. Смотри, вот! Газонокосилки! Офигеть, посмотри, они крутые! Ну-ка, давай проверим, погоди, офигеть! Ты посмотри, какие газонокосилки стали. Вот к чему это все. Офигеть. Ну-ка, давай проверим сейчас, что она будет делать. Ну-ка, давай, зомби. Ну, быстрее, ну, вот хочется его взять. Его. Давай сюда, быстрее. Вот это газонокосилочки, офигеть. Мозги. Так, ну. Давай, иди. Короче, надо, друзья, будет подфармить мне опять и вырастить его. Ну-ка. Ну, в общем, изменилась просто текстурка, и все. Блин, я-то думал. Ну, но все равно прикольно. Так, друзья, мы с тобой начинаем, конечно, сейчас дальше. А давай дальше. То есть мы сейчас... офигенно, что мы продолжаем. Так, сейчас. Вот сюда, этого сюда ставим. Орешек можно и сюда поставить. Так, морозного сюда. Ой-ой-ой-ой. Так, этого ставим сюда. Так, двоих сразу, смотри, как хорошо. Так, понятно. Так, монетка нам нужна. Так, отлично. Так, у нас есть маленькая проблемка, то что, ну это-то ладно, а вот этот вот... Блин, он, наверное, не справится, да? Он слишком близко. Блин, у нас не хватает грошей. Блин, он уйдет! Нет! Все, он ушел. Поиграли! Поиграл. Да, все, он ушел. Ну что ж, давай, потому что, видишь, мы с тобой сейчас
не разыгранные. Мы с тобой не разыгранные, поэтому надо сейчас аккуратно. Так, идем сначала сюда. Так. Хорошо. Так. Смотрим, что здесь. На всякий случай ставим здесь минку. Угу. Так, сюда. Хоть на самом деле бы лучше бы. Так, что у нас тут есть? Орешек. Отлично. А тут у нас. Отлично, отлично, отлично. Мы солнышки получаем, друзья. Ставим сюда. Ставим сюда. Ой, там три зомби. А они сейчас, погоди, они сейчас уничтожатся, и все. Офигенно. Смотри. Чисто в троечку. Так. Чё насчет этих? Я думаю, вот этого пока сюда поставить. Блин, это я, конечно, капец. Ой-ой-ой-ой-ой, что мы творим-то? О, круто! Только вот это не круто, то, что вот это не круто, блин. Пожалуйста, 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 давай убивай его, убивай. Давай, раз. Да куда ж ты, блин, ускоряешься, ты гад? Но мы с тобой получили хотя бы растение. Это, знаешь, это хоть что-то. Блин, гад, гад. В чем мне сегодня... Братишки, что мне сегодня не везет? Не, а реально, а в чем прикол? Так. Мне сегодня не везет, друзья. Мне сегодня в забое вообще не везет. Мы с тобой именно на последних вот каких-то таких моментах... Капец, нехорошо. Может, надо сейчас аккуратней играть. Так, давай, сосредоточимся. Итак, ждем. Может, самое важное именно ждать. Так, отлично, здесь уничтожили. Раз, раз. Так, ладненько. Тихо, 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 тихо. Сейчас осторожно, осторожненько. Сюда ставим. Сюда ставим вот этого. Фонарь куда-нибудь. Ага, хорошо. Тут, я думаю, справиться спокойно. А вот здесь вот. На двоих прям, отлично. Ага. Отлично, идеально, 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 идеально. Е-е-е-е-е-е! Вот это последний, давай, 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 давай. Правильно, правильно. Так, что у нас тут? Отлично, морозка. Как блинчики морозка. Да блин, я бы сейчас блинчики. Какие, друзья, вот вы любите блинчики со сгущеночкой? Любите? Блин, обожаю. Или, знаешь, с вареницем таким малиновым. Ой. Гад, ой, какой гад. Ой, какой гад, друзья. Но ничего, 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 ничего. Спокойно. Так, уничтожаем потихоньку. Мне вот больше всего напрягает, что Гаргантюа тут есть, этот гадский. Так, чую, что здесь вот кто-нибудь будет. Так, сюда поставим. Сюда поставим. Вот, вот он отсюда вот. Да блин, да что ж ты будешь делать? Он сейчас просто-напросто... Капец! Вот слишком я тороплюсь.
Понимаешь, в чем проблема? Слишком тороплюсь. Слишком тороплюсь. Все, мы тут профукали. Хорошо. Все, давай, давай еще раз. Сегодня в Азабой мне вообще не везет, поэтому я думаю... Ну, давай последний раз, блин, капец. Сегодня не везет. Так. Угу. Спокойно. Здесь, видишь, самое важное, вот, как бы, стратегически играть, а вот что-то вот... Итак, мы поняли, где Гаргантюа. Отлично. Ну, вообще, здесь, конечно, на рандом вот этот решает. Попробуй угадай, где тут кто. Так. Отлично. Сразу, наверное, стоит вот сюда вот поставить. Вот сюда вот поставить. Сейчас этот пройдет немножечко. Так. Отлично. Кто у нас тут? Фонарь сожрал, но я запомнил. Я запомнил, где кабачочек, как бы. Много слишком зомби. Вот зря вот тут я вот это вот делаю, конечно. Видишь, в чем проблема? Зря я тут сделал, но ничего. Ладно. Блин, и второй, смотри, какая. Хорошо. Пусть пока пообедает этим. Отлично. Фу, он не задел. Последний остался. Начинаем. Пошел кабачок его. Сейчас немножечко хопа. И самое важное. Давай. Аккуратненько. Не, тут мы справимся. Тут мы справимся, друзья. Видно, что справимся. Отлично. Он, прикинь, он спрятался. Он, оказывается, спрятался. Вот засранец. Так, этого сюда. Так, сюда. Отлично. Вот жалко, на бомбу, конечно, у нас не хватает, но ничего. Так, тройная вот сюда вот ставится. Вообще, по идее, чуть назад надо, вот, что, потому что, знаешь, чтобы они отходили. Так, хорошо. Каждый своим рядком занят, отлично. Вот это вот единственное, вот нехорошее. Давай, есть, красавчик. У него зомби! Он использует зомби? Стоять! Вот прикол-то. Тут обычный зомби, здесь еще вот такой вот. Блин! Вот этого, вот он по-любому не сможет. Все, сегодня, друзья, мне не везет. Мне чисто не везет, зато мы сегодня офигенная серия. Просто офигенная. Не, ну тут он пройдет по-любому. Тут, к сожалению, видишь, он слишком быстро идет и... Ладно, мы с тобой в следующий раз уже, я думаю, нормально научимся, там все дела. Так, давай посмотрим, кто здесь еще. Так-то сегодня очень интересная серия, согласись. Не забудь, братишка, лайкосик поставить. Дальше будет круче, я тебе отвечаю, потому что скоро я буду в китайскую версию первую играть. Потом мы во вторую часть будем играть. Потом еще моды, блин, браток, короче, подпишись, ты не пожалеешь, тебе говорю. Я буду качественно все делать, вот, так что не переживай.
Так, давай еще польем и пойдем в зомби. В зомби, я хочу, блин, в зомби и выживание. И выживание с тобой пойдем. Конечно, давай еще последний раз тебя полить. Или предпоследний, там еще покормить. Все. Вау, вот это круто. Так, в меню. Давай в меню. Так, стоп. Какое выживание? Мини-игр хочется все-таки, да? Я зомби, бесконечно. Так, мы с тобой можем дальше, либо новый. Давай попробуем дальше. Итак, это третий страйк. Мне здесь как-то все-таки больше везет. И давай посмотрим. Короче, смотри. Если мы зомби-землекопа вот прям сюда вот пустим, видишь вот эту вот фигню? Да, к сожалению, не сможем. Здесь у нас маленький зомбенок пойдет, и он умрет сразу. Потому что, видишь, в чем проблема? То, что сразу вот это вот. Вот это вот баклажан, кабачок же зовется. Ё-моё. Поэтому не стоит так делать. И везде смотри мины, блин. А, так мы тут можем хотя бы. Вот, стоп. Вот зомби-землекопа вот здесь можно направить. Давай, братишка, погнал. Отлично. Здесь кабачков нет, будет все отлично. Все, он сейчас нам заработает немножечко денежек, а потом мы с каждым рядом отдельно будем работать. Все-таки вот за зомби мне больше как-то. Возобой это, ну, такая штука нехорошая, блин. Так, давай, аккуратненько. Здесь у нас надо два зомбенка. Вот, все, сейчас мы солнышки с тобой берем. Сколько всего? Блин, 275. Ну, немного так-то уж. Сильно. Итак, что у нас есть? Мозги у нас, да. Тихо, братишка, погоди. Так, короче, вот этот ряд надо как-то нам проатаковать, чтобы у нас уже два подсолнуха было. В общем, я боюсь, что он, по идее, он может пройти, но кабачок... Давай! Отлично, идеально! Так. Сейчас думаем, друзья, о зомби с конусом направим и... Давай. Два лучше зомби с конусом, чем, блин, зомбенка и зомби на тарзанке. Давай, братиш. Все, пофиг, что он вообще подзорвется, я знаю. Хотя, по идее, можно было бы зомбенка пустить, и этот бы дошел, да? Но... Спасибо огромное, кстати, за комментарии, братишки, что вот про зомбенка. Типа, он может спокойно пройти. Видишь, его два раза хоп, и все, он идет. По крайней мере. Так, отлично. У нас уже вот сколько. Вот тут вот мне как-то больше нравится. Лучше получается. Смотрим дальше. Какие у нас делишки у братишки. Зомби, давай сразу вот тут вот. Так, получили мы с тобой. Еще почапали. Тебе главное, что... Понимаешь, в чем проблема? Видел, какая вот... нехорошая вещичка, да? Так, тихо. А тут уже по-другому никак и пойдет. Сейчас он взорвется. И у нас остается 200. Что делаем, друзья? Погоди. Даже если этот пройдет, что мне вот с этим-то рядом делать? 175. И он взорвется, гад! За 150 может. 125. У меня, короче, единственный вариант. Погнал. Давай, чувак. Вся надежда просто на тебя, давай. Выноси просто грибы. Дальше у нас зомби с конусом пойдет. Красавчик, он идет отлично, уверен. У нас просто, видишь, под этим еще. Видишь, какая фигулина вот эта вот.
Ах ты маленькая, маленькая штуковинкина. Ты, блин. Убрать, взять его. Так, все, он взрывается. Бабах, отлично, иди, 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 бро. Все, у меня ноль Так на этом и заканчивается, блин. Мне потому что дальше... Сегодня не... Честно, друзья, нам сегодня вообще офигенная серия. Во многом повезло, дали советы. Газонокосилки мы с тобой увидели, всякое интересное. Но в играх вообще не повезло. Офигеть, жалко. Блин, ну ладно. Ну ладно, ничего, не переживаем. Все, сейчас... Ну пусть он доест там, да? Вот сзади меня. Там он кушает, скушает. Ну... Все, хорошая работа, текущий страйк 4. И сейчас все, игра закончена. Потому что нету солнышек, да. Ладно, ничего, блин. Это реально, слушай, конечно. Такое. Так, ну тут все просто. Тут понятно, как божий день. Опа. Все, зомбенок сейчас офигеть нам сколько задаст солнышек. Так, действуем дальше. Действуем дальше, братишки. Так. Все, хаваем, хаваем, хаваем нижний ряд. Этот сейчас тоже у нас тут немножечко поделает всякое интересное. Так, есть. Есть. Так, действуем дальше. Отлично, отлично, вот, видишь, уже мы с тобой разобрались. По идее, конечно, зомби-танцора. То есть, видишь, как бы это все так рассчитать. Было бы здорово, но... Ай, стоп, 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 стоп. Вот это очень, очень мимо. Потому что, видишь, эта штуковина-то. Он, конечно, может пару раз куснет, вот видишь. Но... Прошел, офигеть, прошел. Круто. Отлично. Вот этот уровень нормальный. То есть, видишь, как-то надо все вот это вот нам подумать. Надо как-то вот это все думать, думать, друзья. Так, все, отлично. Все, хорошая работа. Текущий страйк один. Нам бы еще хотя бы на один советик. У меня, ой, видишь, 1100. Там 2500 бы заработать, но я сомневаюсь, что мы заработаем. Так, здесь у нас уже магнит. Здесь вот такая вот фигулина. По идее, здесь мы, конечно, с тобой можем зомби-землекопа, а потом уже по... Понятно. Пусть работает. Братишка. К сожалению, умер. Ну, он, да, кирку отберет, но это уже не важно. Это уже не важно, потому что он, видишь, идет спокойно. Так, действуем дальше. Тут у нас, смотри, и морозка, и огненная. А как это будет работать? Слушай, мне интересно, давай попробуем. Давай попробуем. Смотри, получается, будет заморо... Ай, блин! Офигеть, это еще хлеще! Жесть. Ну ладно. Так, все. Сейчас, давай, аккуратно, блин. Я думаю, справится. Я думаю, справится спокойно. Так, здесь вот так вот. Да здесь вот тоже так же, я думаю. Спокойно справится. Но здесь... Но видишь, какая тут у нас фигулина. Приходится мне куда-нибудь под стол вот так, хопа. Видишь? Штуки какие нехорошие, поэтому надо аккуратно. Так, этот прошел отлично, идеально. Так, зомби на тарзанке. Эту фигню своровать. Блин, как же меня это бесит, этот магнит. Гад, а. В атаку уже, гребаные, блин, засранцы. Видишь, что сделал? Ну ладно, ладно, сейчас выживут, по крайней мере.
Так, этот тоже сейчас пройдет, отойдет, он согреется немного, все, он согрелся. Все, идут. Отлично. Ха, умер. Мозги сожрал, но, блин, ничего, ничего, друзья. В общем, 1175, неплохо, неплохо, мне кажется. Мы с тобой сейчас подзаработали, да? Мне кажется, неплохо. Все. О, блин, последняя. Господи, ну последняя вот эта вот штука. Мозг. Все, отлично. Так, текущий страйк 2. Хорошо. Давай до третьего хотя бы дойдем, а там уже подумаем. Итак. Опять у нас вот эта вот штуковина. Давай разбираемся с ней аккуратненько. Магнит в другой стороне, но на всякий случай рисковать не будем особо. Ну тут ничего и не будет, тут звезда, она же это... Она же вот так вот стреляет. Так что тут у ней... Ахиллесова пята. Ну или слепое пятно. Хотя вот смотрит, смотри как смотрит, а. Так, хорошо, дело сделано, дело сделано. Здесь у нас вообще печаль, беда. Видишь, да, какая? Зомби на тарзаночке можно... Хопа. Yeah, baby. Смотри, он почти прошел. Хорошо, хорошо, но тут нам зомби с лестницы по-любому понадобится. Сейчас, аккуратно. Может, зомби-танцора, чтобы сразу троих? Как вы думаете, друзья? 350. Это 400 надо потратить. Блин, что-то как-то тяжело. А, погоди, а если мы с тобой зомби-головика, это получается 125? 150, ну как-то выходит. Погоди, надо, знаешь, расчет, чисто расчет. Вот на три дорожки вот этих, да? Смотри, если мы зомби-танцора берем, то есть надо для начала нам, конечно... Я думаю, зомби-футболиста, да? Это получается уже 500... 525, так. 525 мы потратим с тобой. Потому что, ну, он, получается, зомби-футболиста тут бежит. А зомби-танцор он позже, но он на 4 ряда работает. Ой, на 4 ряда. Так, и вот, и смотри, какая дилемма. А если мы с тобой сюда запускаем, тут можно зомби с ведром, это 125. Здесь, я думаю, тоже 125. Что у нас получается? 250, да? А тут тоже. Ну, выходит... Да выходит, по-моему, то же самое, потому что если зомби с лестницы мы с тобой поставим, потому что он долго, наверное, будет хавать, но мы можем зомбенка и... Или два зомби с ведром, зомби с конусом. Давай-ка два зомби с конусом. 75, 150, да. Ну, хорошая штука. Все, давай, мужики, погнали. Вот это единственная, да, нехорошая штука. То, что, блин, сейчас надо все-таки помочь будет. Давай. Ну, короче, мы потратили... Что же самое, 500 до 500. Такое себе. Ну, из меня-то математик. Ну, что-то мы с тобой посчитали, но, в общем... хоть так, но... Хотя, смотри, железноголовик, он... А он потрепал... Ой, у него уже глаз, понятно все, друзья. Видишь, у него уже глаз, это, такой приоткрыт. Значит, ничего хорошего. В общем, правильно мы с тобой сделали. Сейчас главное, чтобы он дошел. А он еще и не дойдет. Смотри, он еще и не дошел, офигеть. Короче, надо было брать Майкла Джексона. Он бы хотя бы реально там задал бы жару. Аж 600 потратили. В общем, надо было реально Майкла Джексона. Хотел сказать, блин. Майкл Джексон. Что делаем дальше? Что делаем дальше, друзья? Здесь очень сложновато будет. Как-то зомбенки эти. Блин, капец. А, я думаю, здесь вообще просто. Блин, зомби-танцор. 350. Давай, почапал. Давай. Тун-тун-тун-тун-тун.
Капец, главное, чтобы он сейчас не свалился, потому что он же его схавает. О, красавчик, красавчик, просто молодец, молодец. Но потратили мы с тобой пипец, ну ё-моё. Вот великий, блин, математик, стратег, да? Короче, надо... Ну ладно. О, отлично, 2200, отлично, замечательно. Ну, в принципе, ладно. Думаю, есть куда расти, потому что у нас еще дофигище, просто дофигище, вот так вот. Давай, немножечко выживание теперь попроходим. Выживание крыши, вообще, отлично, отлично. Берем выживанию крышу. Выживанию крышу, так, берем вот так вот, вот так вот. Не-не-не-не, я обожаю вот такие вот штуки, и такие я штуки обожаю. Так, чеснок, да, я тоже обожаю, это я обожаю. Чесночок, вот эту штуку можно, я не знаю, там взять. А имитатор тоже можно взять, вот так вот сделать. Не, лучше горшочек или вот эту. Не, лучше вот эту, наверное. Или горшочек, погоди. Горшочек или вот эту, вот-вот вопрос. Друзья. Не, думаю, все-таки эту. Хочу вот эту взять и вот так вот сделаем. Так, а у нас тут, господи, первый на изи пройдем. Первый на изи пройдем. Все, погнали. Надо было единственный кабачочек взять, чтобы он хотя бы там это... В принципе, тут быстро, не знаю даже как-то. Сейчас мы с тобой ряд поставим, но вообще, по идее, надо... Вот видишь... Отлично, только не туда ты пошел, к сожалению. Сейчас мне надо срочно. Так, давай, 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 ребятки. Ну, 25, еще, еще, еще один. На, чесночок наверни. Навернул. Блин, они такие прикольные, серые. Разновидность, типа, такая. Так, здесь сотка уже нужна. По-любому. Давай, 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 давай. Есть. Все, ставим, 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 ставим. Тут, видишь, на крыше посложнее будет, то что все-таки... Надо, блин... Горшочки ставить, в этом, конечно, проблема есть. Мы сейчас хотя бы заработаем. Блин, он сожрет горшок. Ну ничего. Он хотя бы, знаешь, останавливает его, так что, ну окей. Так, следующий ряд, друзья, что делаем или... Ну, я думаю, тут справится он сейчас. Сейчас у него отлетит же. О, красава. Красавчик. Все, у нас растения пошли, да? Пошли. А интересно, кстати, на эти ставятся? На имитаторы или нет? Есть ли вообще такой смысл-то, блин? Так, усиливаем, усиливаем. Вот тут по-любому уже надо ставить. Уже ставить, срочно, срачно. Срачно. Все, отлично. Блин, такое выживание, да? Так, отлично. Маслица навернул. Урон пошел. Три ряда уже немножечко укомплектованы. Видишь, как мы хоп-хоп быстро, единственное только вот это вот бы. Так, все, теперь два ряд, второй ряд. Вообще неправильно поставил, надо было хоть. Вот тут вот, по идее, надо было уже поставить, зря я как-то это. Сейчас надеюсь, что это. Отлично, 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 отлично. Все, красавчик, красавчики, давайте, давайте, следующего зомби фигачьте. Отлично. Так, все, дальше идут у нас арбузы и все. Мы арбузы, мы арбузы. Так. Арбузы, 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 все, копим на арбузы теперь. По идее, их, конечно, лучше в конец, на самом деле. Я вот зря такое делаю. И притом, видишь, мы на изи уже проходим. Сейчас.
Нет, этот арбуз лучше пока не трогать. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, пока ставим горшочки хоть. Да, можно спокойно имитатора превращать в нормальное растение. Офигеть, круто. Кстати, я прокакал в предыдущей серии, в общем, такую штуку. В общем, надо набрать 8000 солнц, представляешь? Вот что я прокакал. Обидно, обидно, да, обидно. Так, что дальше делаем? У нас, кстати, смотри, нету защиты вообще, по идее. Она должна быть. Так, по одной ставим, и все, морозной. Больше не надо. И мне кажется, следующая волна вообще на изи пройдет. Так, 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 так. Такая музыка, чик-чик-чик-чик, джаки, жаки, джаки. Ой, блин, смотри, где поставил гад, а. Блин, тут аж тройная, пришлось тройную делать. Ладно, ничего. Ничего, пацаны, сейчас прорвемся с тобой. Все, по идее, можно эту кукурузину-то ставить. Все, приближается еще зомби. Только дай мне хоть пару горшочков еще поставить. Ладно, ничего. Так, насчет арбузов, друзья, в принципе, одного. Так, у нас с дверью появился. Спокойно мы его. Так, вот это возьмем, вот это возьмем, вот это возьмем. Вот это возьмем. Арбуз на всякий случай тоже возьмем. Тыкву бы взять. Теперь эти большие нужны. Так, эти уже не нужны. Чеснок обязательно берем. Ну и все, по идее, это как-то это. И не надо больше нам ничего, да? Ну, вроде да. А, стоп, 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 стоп. Нет, неправильно, друзья, вот. Вот теперь правильнее намного будет. Так, все, солнышки у нас вырабатываются. Быстренько. Имитатор, видишь, мы убрали с тобой. Я думаю, одну пора ставить. Установку. Или пока рано. Как думаешь? Думаю, пока рано. Так, большой орешек. Оп, монетку вижу уже. Так, отлично, штуковина у нас такая уже стоит. Готово, так сказать, ждет своего часа. Можем прям бомбануть даже, прям сейчас. Так, потихонечку, отлично, орешки у нас пусть стоят. Я думаю, даже, знаешь, ну вот сюда, вот второй ряд то же самое сделаем. А тут пусть будет свободный, как бы так они немножечко могут попройтись, походить. Арбузики тоже нормально ведут огонь. Сейчас, у нас денег хватает, я думаю, знаешь, как лучше сделать? Такие вот. Тут мы с тобой уберем. Скажу почему. Потому что сюда вот хочу поставить их. Так, бомбануть она если что может уже. Так, вот сюда вот этих ставим. Смотри, как красиво, да, получается у нас. Сейчас мы вот так вот делаем. Горшочки, 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 горшочки. Так, отличненько. Смотрим, где эти гады будут. Чтоб, знаешь, если что, украли хотя бы не тех. То, блин, они украдут. Все, это вся большая орда. Все, я даже...
Блин, я даже толком не успел, блин, поставить-то еще одну арбузопульту. Но, как ты понимаешь, дальше у нас спокойное выживание. Я думаю, мы справимся, хоть и даже этот будет. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Если тебе понравилась серия, да, и ты хочешь еще. Обязательно ставь лайкосик, на этом все. Бай-бай, дорогие друзья. И подпишись на канал. Там еще группа в описании будет. ВК, бай-бай.